В Москве побит очередной температурный рекорд. В понедельник днем воздух в столице прогревался до 12,3 градуса. Таким образом, максимум, установленный 87 лет назад, перекрыт сразу на несколько делений термометра. Ноябрьская погода в этом году вообще щедра на рекорды. Это достижение стало уже пятым по счету. Впрочем, уже сегодня в столице похолодает на 2-3 градуса. И дальше столбик термометра, как говорят синоптики, будет постепенно снижаться.